Друзья, всем привет! С вами Игорь Шпеньков. Вот и подошел к концу наш второй сезон, посвященный фехтованию на коротких клинках, 20-я заключительная серия. И в этой серии я хотел бы подвести небольшой итог тому, что было в этом сезоне. И несколько соображений по поводу того, как организовывать свои собственные тренировки, если вы занимаетесь сами, если у вас есть группа, если у вас есть просто коллеги, друзья, единомышленники, с кем вы можете тренироваться, развиваться и двигаться вперед к своим целям. Итак, сезон мы начали с дистанции, с дальней дистанции. Я считаю, что этому нужно уделять первоочередное внимание и знать границы максимально дальней дистанции, когда вы можете уже вступить в контакт с вашим противником или партнером по спаррингу, по схватке, ну, или противником на соревнованиях, в дружеских боях, либо еще в какой-то такой активности. Уж не говоря о том, что может быть, не дай бог, в реальной ситуации. Не забывайте, что мы тренируемся для того, чтобы не допускать эту ситуацию. Это очень важный момент, и это одна из основных фундаментальных вещей, позиций проекта «Мирный воин». Боевые искусства для самосозидания. Это наша философия, и мы тренировки и методику выстраиваем таким образом, чтобы человек все эти упражнения, все эти знания, все эти навыки прежде всего направлял на свое развитие. Итак, дистанция. С дистанции мы начали. Затем мы постепенно переходили к средней и ближней дистанции. Мы поработали с защитными техниками. Я вам показал вариант схватковых упражнений, показал, как можно обычный спарринг превратить в очень хорошее методичное упражнение на проработку вполне конкретных навыков. Мы поработали и на чистую, было упражнение и на чистую работу, было упражнение и на резкое сокращение, на вход. Конечно, не сразу получается чисто входить. Это все требует отработки, совершенствования, анализа ошибок. Затем практически вся вторая часть сезона была посвящена различным атакующим техникам, фишкам, комбинациям. Поработали с нижним уровнем активно, это был и укол стопы, и подрез колена с внешней, с внутренней стороны, и было изменение траектории, заход изнутри со сменой хвата, все это будет обобщено в единый плейлист, который вы можете спокойно посмотреть на моем канале. Я хочу вам пожелать развития в ваших тренировках, всегда ставьте себе четкие цели, к ним стремитесь, достигайте их, и в процессе достижения вы будете совершенствоваться. Успехов, друзья! Если у вас были какие-то вопросы, либо есть какие-то пожелания по съемкам дальнейших серий на моем канале, пишите в комментариях, пишите мне в личных сообщениях, все это будет рассмотрено, и я буду стараться, чтобы каждые последующие серии были все лучше и лучше. А с вами был Игорь Шпеньков. Если вам понравился весь сезон, поставьте лайк, поделитесь наиболее интересными сериями с друзьями. И до встречи в следующих сериях и уже в новом сезоне. Всем успехов!